Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 4 часть, ребята, Путь вора. Дело близится к своему завершению, в общем, мы бродим по заброшенному городу и боремся с наемниками, которые сюда пришли разобраться и найти сокровище. Так, может быть, наверх? Давай залезем. Мы с Леной идем. Охренеть. Ага, ничего себе. Это кладбище кораблей. Мы уже видели кладбище кораблей в какой-то части, но там было все металлическое. А здесь старые деревянные корабли. Короче, тоже очень круто выглядит. Куда идти только? Оп, 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 вот это я удачно. Здесь можно спуститься. Выглядит... Нам уже не спуститься, а подняться так, надо. И все на этом острове. Прыгаем. Ну-ка, давай обыщем здесь все. Уже искать нечего. Ладно, идем. Надо его спасать. Надо. Отсюда выпалим их? Получилось, прикинь. Да кто там фигарится, а? А, вот они уже. Готов. Надо, главное, тех, которые с лазером. Быстрее. Цепляюсь. Все, 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 Лена, подожди. Сейчас спрячемся, все будет нормально. О, забор разбили, все. Так, Лена укрылась за ящиком. А я пока между делом начинаю фигарить как следует. Ну-ка, ребята. А, нормально, пойдет. УЗИшечка. Куда я пытаюсь, для чего там цепануться-то? Я пока не понимаю, зачем я цепанулся. У нас тут и так дел хватает дофигища. Так, в моей патронов нет, зато это хорошее. Стоп, 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 не нацеливайся на меня. Сейчас, да, я перезаряжусь, все будет хорошо. Эти крутые ребята. Тихо, 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 не торопитесь. Лен, ты что так открыто стоишь? А, подожди, с этим разберусь. Бабах. Следующий. Да кто там? Куда ты лупишь? А он уже здесь. Готов. Чем они больше, тем труднее их завалить. Твое дело. Ну кто, подходите. Теперь я буду с этим пулеметчиком. Нормальный пулеметик. Кто еще? А я что-то у него патронов не вижу. Он что, бесконечный? Греется. Все, Лен, иду. Он, правда, очень медленный. С ним очень медленно ходит. И пистолет не взять. Я бегу, бегу. Лена, я бегу. Не, похоже, придется поменять его на что-нибудь полегче. Заходим. Вон они. Ну как полегче, у меня тоже нормальная пушечка такая сейчас оказалась. Ребята, держите. Тебе на.
не туда. И тебе на. И тебе на, держи. Патроны, патроны, быстрее перезаряжай. Есть. Хорошо стреляй. Только надо, надо что-нибудь еще взять, другое. Ладно, пока, Лена пока там справится. Пойдет, 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 вот это пойдет. И патроны на нее, да? Нормально. Вот эта пушка хорошая. Куда там глубоко, оказывается? Стоп, гранаты были? Да не, не надо мне пушку эту. Ё-моё. Да и пистолет этот не нужен был мне. Понабрал говна всякого. Я УЗИ хотел взять. Готов? Не готов? Пойдет? Ты как? Да, более или менее. Пошли искать Сэма. Да. О, нам сюда. Здесь можно пролезть. Давай, давай, Лена, помогай. Или пролезай быстрее, я потом пролезу. Куда делся? Куда побежал? Ну? Началось. Следующий. Пойду. На, эти мощные, погоди. На. Готов. Меняем, меняем, потому что в той патронов уже совсем нету. Еще забираем. Так, а что у нас по пистолету? Нормально все. Эй, кто там опять? Это Сэм. Надо помочь ему быстрее. Черт, его прижали. Сейчас мы его спасем, ребята. На. Кто там Сэма прижал? Ты чё? Как ты, блин? На. Кто еще? А тут пацанов-то всего парочку человек. Чё там прижали? Сэм бы и сам отстрелялся. Так, брат, тут закрыто. Как же я рад тебя видеть. Да. Как насчет. Давай поменяем уже. Я за. Во. Патронов много. А где Сэм-то? Куда они бежали? Как Сэма-то теперь найти? Давай, надо за Леной идти. А, вот наверх, наверх. Зажигалку нашел? Нашел. Соси, здесь как на ладони. Мы тебя закопаем. Нужно снять гранатомет. Скалы, они там можно укрыться. Ты чё там вылез? Больно, очень больно было. Погоди, отойти. Где он, этот гранатометчик? Вот, вот он. А ты гад, а? Сэм, молодец, почему? Так, теперь... теперь надо патронов.
Это мощь, да? Ладно, там соберем потом что-нибудь скорострельное. Ну, вроде ничего, так хорошо разобрались. Во, пойдет, такую возьмем. Это оттуда! С того корабля! Узиху еще заберем. Сейчас! Где там? Ах ты, нифига себе, какой ты дерзкий. Сейчас, сейчас, давай я теперь. Ах, вот он. Что-то они фигарят сильно. Кто из них такой стрелок мощный? Я иду за вами. Я тоже иду с вами, вы чё? Все, пошли! Проклятие. У нас гости! Так, чё с патронами? А, я с Узихи его фигарил. Лофта. Гранату не туда, под себя опять. Этот дерзкий, погоди, надо аккуратно. Готов. Да, вот так. Не готов. Стоп, 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 ну что там? Спасибо. Ай, патронов нету, все. Чем стрелять-то сейчас убьют? Сейчас, 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 подожди, отдышусь. Патронов надо срочно. Давай поменяем пушечку. А, вон, ну уже Лена меня ждет там наверху. Бегу, ребята, бегу. Да хорош, ты чё, блин, завалила пушкой. Почему по мне обязательно? Куда я полетел? Мне главное кислорода. Надо выдать. Вода прибывает. Погоди, 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 погоди. Сюда надо нырнуть. Ну, давай, кислорода. Как? Почему? А почему не выныривает? Все. На этом все. Я не пойму куда, почему я не туда поплыл куда-то. Погоди, здесь все в решетках, куда мне плыть? Я не понимаю, куда мне плыть, ну-ка сообрази. Тут все закрыто. Все, вообще потерялся опять. Куда плыть? Закрытый корабль. Надо выбираться. Хорошо, я согласен насчет того, что надо выбираться. Куда надо выбираться? Давай еще раз осмотрим. Если еще ниже нырнуть. Нифига. В глазах посветлело. Толку? Ну куда, блин, вылезти? Я и так сплавал везде уже. Откройте что-нибудь, а? Дверь.
Так, все закрыто. Я вообще не пойму, куда плыть. Вон туда. Делов-то было плыть. Всплывай. Капец. Надо было просто сразу нырнуть и посмотреть, где. А, еще дальше плыть. Ну давай, 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 всплываем. Живи, пожалуйста. Ура. Капец, сколько я поплавал, еще тут началась опять заваруха. Ну заваруха это ладно, с тем, чтобы кислорода не хватает. Это худшее было, когда кислорода не хватает. А, это уже фигня, заваруху мы сейчас решим. Так, 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 приз получен, голова, два уха. Есть. Андрюха, голова, два уха. Так, я побежал. Да хорош так стрелять по мне. Никого же не трогал. Или нет? У меня полный боекомплект. У того наемника был РПГ. Да где же? Стоп. А где РПГ? А вон она лежит, смотри. Давай так, быстрее. Грузовик. Получай. Все, получай, нарвался ты. Раз. Два. Еще есть заряд. Спасибо за выход. Вот и выход пробили. Все нормально. Еще один, блин. Хорош ты пулеметчик долбанный. Куда мне? Я помню, мы от такого скрывались вообще. Еле-еле убежали. Хорош. Все, побежал. Думай. Да что думаю, он меня сейчас прибьет и все. Куда? Надо от него валить! Быстрее, быстрее, на башню я. Тихо, 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 тихо. Ничего себе повезло. Опять побежал. Задолбал ты меня, если честно. Цепляйся. Есть, 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 есть. Разбег быстрее. Да как его повалить-то теперь? Опять побежал, смотри. Вот трезвый, а. Бегом. Ну давай шустрее. Я куда-то провалился. Это меня спасло, прикинь. Салли? Привет, ты! Бросайте РПГ! И вали оттуда! Поиграли их вообще. Нафига я взял РПГ? Надо шарахнуть. Все, добьем. Бог и свобода. Да, в голове звучало лучше. Молодец, парень. Ты меня выручил. Давай сюда, я тебя вытащу. Спасибо. Руку. Салли, молодец. Рад тебя видеть. Ты, как всегда, вовремя.
Подоспел вообще вовремя. Как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Эй, ты как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Да, Салли, это все он. Это все он. Хорошо. Была пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, ха-ха. Пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасом. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю, на тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Да. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, мы нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам... Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Да блин, мы не можем просто так уйти, вы чё? А как же сокровище? Далеко? Не очень. Прямо за город. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Хотел по крышам, как обычно. Но можно и по земле идти. Вот, пожалуйста. Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Сейчас найдем путь, не проблема.
Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Вот все, телегу сейчас подтащим и нормально будет. Сэм, помоги. Хорошо. Эй, вам помочь? Нет, спасибо, справимся. А теперь можем залезать спокойно. Ну-ка, давай осмотрим, что здесь еще. Что тут еще есть? Кто-нибудь видит выход? Я вижу выход, ребята, вот здесь ворота. Хотя они закрыты, блин. Давайте ищите. Во, я знаю, вот сюда надо залезть. Ну и все, и туда, в окно. Народ, сюда. Как так-то? Нельзя так вниз сразу. Вы посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Работает или нет? Так, а если где-то забраться еще? Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Так, а для чего нам веревкой? А, стоп, погоди, я же могу... Можешь добраться до деревянной платформы внизу? Куда ты пошел, блин? Не, надо зацепиться просто и перепрыгнуть. Все, полетели. Да, что-то туговато он раскачивается, конечно. Да куда ты? Не понимаю пока. Ну, вот, может быть, туда наверх. И раскачаться-то не удается. Ну, могу хотя бы сюда спрыгнуть. А зачем? Подожди, хорошо. вот это надо применить.
А чё я раньше не увидел? Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Да встаньте, чтобы вот, меня не перевесило, а я сейчас прыгну. Вот видишь как, вот так уже поинтересней, можно допрыгнуть. Я всё! Ладно, мы готовы. Для чего готовы? Подтягивай уже. Мне здесь не уютно. А волшебное слово? А, я их должен подтянуть. Погоди, сейчас. Как они меня теперь заберут? Ну-ка, Сэма заберите. Залезай. Так, Сэм говорит, что типа, давай ко мне. Ну давай попробуем. Эй, залезай, я помогу. А, я могу раскачаться, подожди-ка. Не, я, конечно, могу залезть. Ну-ка, давай, Сэм, возьми меня. Куда ты полетел, блин? Нет. Эй, залезай, я помогу. Как за руку-то схватиться? Есть. Сэм, мы так можем вдвоем с тобой улететь. Надо побыстрее выбираться отсюда. О, Сэм вообще далеко прыгнул куда-то. Сэм! Сукин ты, сын. Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет, скала там. Даже не думай, ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай. Я должен это закончить. Сэм, да ё-моё, начинается. Если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Походу, я за ним пойду. Он там точно погибнет. Пошли. Надо идти всем вместе, пошли за ним. Ну, не что, тупите. Она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Ладно, разбираться будем с ним потом. Пошли. Надо его спасти, главное, опять. Так, телега, она нам пригодится. Для чего? Этой штуке можно перелезть. Давай. Так, держим. Готов? А мы в ту сторону-то вообще толкаем ее. Зачем сюда? Просто через стену перепрыгнуть. Ну-ка. Вот тормоз поставь. Так. Есть. Видите? Тихо. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай. Сейчас укатится телега. Садись, поехали на телегу. Давай. Статуй. Себя. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени.
Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Понял. Хорошо. Люблю тебя. Ладно, я пошел за Сэмом, а они пускай идут. И я тебя к самолету. Забота о брате. Увидимся в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!